Сегодня вторник, 21 марта, день необычный, праздничный. Мусульманский мир отмечает праздник Навруз, то есть праздник наступления весны. А у нас вовсю играет музыка! Музыка! Вот, и она не зря играет, потому что мы отмечаем приход весны вместе с мусульманским миром. Да, этот день мы встречаем с музыкой. У нас в гостях председатель Казахского национально-культурного центра Жакслык Юлит Байдулетова. И имам Мухтасиб Аязбек Нуртышев. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, доброе утро. Пожалуйста, что за инструмент такой чудесный? Это национальный инструмент казахского народа. Называется домбра. Домбра? Домбра. Домбра. С одной струной, да? Две струны. А, две струны. Две струны. Вот праздник Навруз. Мы сегодня говорим о дне весеннего равноденствия. Это для нас, а для вас это в первую очередь Навруз. Что за праздник такой? Это праздник, день Нового года по весеннему, по восточному календарю. С Новым годом вас! С Новым годом, спасибо и всех. Мы бы хотели, пользуясь случаем, поздравить жителей города Челябинска, Челябинской области с этим замечательным праздником. А как его отмечать? Он еще называется Наурыз. Его отмечают очень, как бы у него значимые есть такие моменты, как вот, допустим, это Наурыз-куже. Рано утром, в 3 часа бабушки вставали, растопляли казан и ложили из 7 ингредиентов, варили куже, Наурыз-куже. Это такой, как бы... Суп, да. И этот, в общем, они ложили каждый ингредиент. Это соль, вода, это как бы, чтобы был достаток. Обязательно ложили мясо у нас копченое, сюрьет называется, для того, чтобы было в новом году скота много. Ложили из 7 злаков, один выбирали или из 7, обязательно, чтобы было посевы. И параллельно играли на домбре. Да. И послушайте, пожалуйста, там обязательно ложили айран. Айран, однородная масса. И бабушки говорили, пускай в нашем ауле, во всем мире было единство, берелек. Ложили берелек пусы. Давайте, может быть, послушаем Аязбека, тоже вот на домбре играли же в этот день? Или да, всегда играют? Мы играем всегда. Может быть, еще что-нибудь сыграете? Праздничное, новогоднее. Есть что-нибудь в репертуаре? В этот день? Да, очень много. Утром рано, значит, вот куже пробовать обязательно должны прийти все соседи, приглашают. Ходят из дома в дом гости и очень готовы дастарханы, готовят богатые угощения. Да. Это все про еду мы сейчас. Про еду, потому что именно вот этот день, когда день просыпания земли, и желание в каждую семью, чтобы был достаток, богатство, здоровье. Вот эти пожелания, они всегда льются, и поздравления идут. Какие-то песни наверняка пели в этот день? Песни, конечно. А что-нибудь можете? Ну, пожалуйста, я спою одну. Давайте. Из них, которая называется «Для всех она тоже с пожеланиями». Давайте. «Аддигенди уленде мен айтайын». Судан аккан ақыдай, мамырлаймын еркем ай. Бүгін болған мереке, болсын тағда ертен ай. Ай, еркем ай, бүгін болған мереке, болсын тағда ертен ай. Мне просто хочется присоединиться, но я не знаю. Нужно было закончить обязательно. Как сказать завтрак по-казахски? Это таңертеңгілі тамақ.
Запомнил. Спасибо вам большое. У нас в гостях был председатель Казахского национально-культурного центра Жаксылык Юлит Байдулетова и Аязбек Нуртышев. Да, имам Мухтасип. А у нас что сейчас? Вот завтрак, именно тот самый. Да, тот добрый самый, завтрак. Все, да, смотрю. Детская творожная запеканка.